Экспериментальная площадка Российской академии образования появится в Наукограде. Там будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Площадку создадут на базе Бийского промышленно-технологического колледжа. Обучаться там смогут дети с почти всеми категориями инвалидности – нарушениями речи, задержкой психического развития, глухие и слабовидящие. Для проведения занятий в колледже оборудуют специальные аудитории и подготовят педагогов к специфике такой работы. Учреждение получит статус экспериментальной площадки не случайно. Уже 15 лет дети с ограниченными возможностями обучаются в колледже рабочим профессиям. Становятся пекарями, швеями или поварами. За это время дипломы получили более 500 человек. Средний процент от общего числа учащихся составляет ежегодно почти 30%. Сегодня в стенах колледжа занимается 136 детей с ограниченными возможностями. С открытием площадки Российской академии эта цифра должна увеличиться. Сейчас ведется подготовка специалистов, научных пособий и специализированных аудиторий. Дату официального открытия руководство пока не называет. Очень много таких нюансов, когда глухого ребенка за руку нельзя там дергать или за плечо браться, значит, потому что рука – это язык их. Поэтому очень сложно работать с такими детьми, вот, и сложно уловить вот за раз, проведя там курсы какие-то или прослушав какие-то общие курсы. Здесь много таких тонкостей и нюансов, которые просто надо знать.